Дорогие друзья, всем привет с Савачинской бухты. Тихая, Петропавловск-Камчатск. Давно мечтали побывать с семьей на Камчатке. И вот у нас в этом году эта мечта сбылась. Помимо разнообразной культурной программы, горячие источники, походы на вулканы, решили вот сегодня сходить на море, на морскую рыбалку, посмотреть Три Брата, посмотреть скалы и немного половить рыбы. В целом, морская рыбалка на Камчатке, она кардинально не отличается от магаданской морской рыбалки. Та же камбала, те же окуни голубые, палтус, безусловно. Но, тем не менее, вот решили сходить, посмотреть. И что получится, по возможности вам покажем, друзья. Поймал. Небольшая каменушка. С видом на вулкан. Камчатка. Камбала, каменушка. Опа, есть, камбалёшка, есть камбалёшка, вот она какая красивая камчатская каменушка. Есть поклёвка, камчатская камбала с видом на вулкан. Оба. Вот каменушка, а вон вулкан. А ничего, что у меня тут немного? Сейчас распутаем. Пока можешь. Пускаем. Неплохо клюет небольшая каменушка. Сейчас пойду крабов поем. Папе 100 грамм, может? Нет. Нет, спасибо. И так хорошо. Чего 100 грамм? Так, если не снимаю. Вот у нас крабы. Стрелюнки. Мама, вкусно? Очень. Не такие соленые, да? Желание загадываем. Попала. Я не то загадала. Опа, что? Гони еще.
Давай, блин, я не то загадала. Я не загадала то, что всем будет хорошо. А, так всем и так будет хорошо, дочь. Обратно Авачинская бухта, посмотрели скалы, три брата, порыбачили немножко, поймали каменухи, поели шикарные ухи, крабов, шикарно все, Камчатка.